Приветствую вас. Я думаю, что вам желательно не пытаться объяснять что-либо касательно вашей истории с вашим желанием читать и вспоминать письма мужа. Вам нужно в целом прорабатывать последствия психологической травмы и саму психологическую травму из-за развода с мужем, потому что 22 года брака, после которого наступил развод, не могли не травмировать вас. Вот. Любые объяснения здесь, по большому счету, приводят только к одному, к рационализации. Попытка рационализировать то или иное ваше состояние ни к чему хорошему не приведет. В принципе. Вот. Это главный посыл, который я могу вам дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Но ваш вопрос, поскольку он выдается достаточно конкретно, я все равно, несмотря ни на что, хотел бы рассмотреть. Несмотря на то, что я считаю, что он, в общем и целом, вредный для вас и направлен в какой-то степени не туда. Пересчитывали и вспоминали вы письма своего мужа не просто так. Пересчитывали и вспоминали вы письма своего мужа, ну, наверное, по той простой причине, что вам это было для чего-то нужно. Почему-то вы очень этого сильно хотели. Почему-то вам было необходимо вспоминать и перечитывать письма своего мужа. Но если вам это было необходимо, если вы в этом нуждались, то, соответственно, ваше желание со временем претерпевало какие-то изменения. Ваше желание либо росло, либо становилось больше, либо становилось наоборот меньше. В общем, что-то с вашим желанием там происходило. И очевидно, что в какой-то момент вот эта вот форма поведения, которая была вами выбрана, перестала вас удовлетворять. Перестала вас удовлетворять настолько, что теперь вы уже не хотите перечитывать, значит, и вспоминать то, что вам писал ваш супруг. То, что вам, да, писал ваш супруг, правильно. Вам нужно, мягко говоря, немножко другое. Вам нужно, мягко говоря, немножко другая, давайте будем честны, реальность. Это другая реальность, скорее всего, подразумевает присутствие мужчины в вашей жизни. И это желание при условии, что вы его
не удовлетворяет никаким образом, это желание, к сожалению, только лишь растет. И со временем, это желание может становиться все больше и больше, если вы не будете работать с его причиной этого желания, которая, конечно, порождается вашими потребностями. Вот если вы не будете это делать, если вы в этом направлении, например, не будете действовать, то со временем вам действительно перестанет хватать, ну вот, всех тех вещей, которые до этого вам, условно говоря, помогали. И надо сказать, что ситуация эта, в целом, она вполне адекватная, она вполне нормальная, она вполне естественная, она вполне верна и справедливая для вас. Ваше подсознание таким образом пытается донести до вас, что вы не удовлетворены. Но вы свое подсознание, точнее, простите, можете либо слушать, либо не слушать, в зависимости от от своего выбора. Но если вы свое подсознание слушать, например, не будете, то ничего хорошего из этого, к сожалению, не выйдет. Ну вот, просто потому, что такова человеческая организация. Просто потому, что так человек организован, так организовано его, психика, его, условно говоря, потребностная сфера, его потребностная сфера, да, и так далее. И поделать с этим вы вряд ли что-то можете. Так что здесь для вас наиболее идеальным вариантом было бы принять и признать то, к примеру, что вы чувствуете, то, к примеру, что вы хотите, для того, чтобы иметь возможность что-то адекватное с этим делать, чтобы иметь возможность взаимодействовать со своими желаниями, взаимодействовать со своими чувствами и как-то стараться уже их по-другому реализовать. Не таким образом, как вы это делаете сейчас, через, по сути, цепляние за прошлое, а через работу с собой. Со своими, например, представлениями, со своими, например, переживаниями, со своими, например, конструкциями, теми самыми вот психологическими конструкциями, которые удерживают вас в этом аду, в котором вы сейчас по большому счету находитесь. И самое страшное, наверное, заключается в том, что находитесь вы в этом аду исключительно по своему желанию. Хотя, наверное, вы
сами с этим, скорее всего, не согласитесь. Вы считаете, вы, наверное, считаете, что ваш муж, он вас вот, ну, сам в это состояние ввел. Спорить с вами в этом смысле я не буду, потому что это абсолютно не имеет никакого практического значения, но если вы хотите в себе что-то изменить, если вы хотите в себе что-то поменять, то мы вам можем в этом помочь. Мы можем вам предоставить все необходимое для этого помощь. Вот. Но пока что вы движетесь немножечко в другом направлении. Пока что вы движетесь, вот, к сожалению, да, вы движетесь в направлении рационализации, в направлении объяснения того, что вы делаете. И как будто бы не замечаете того, что вы же все время о своем муже думаете. Вы же, по сути, живете в реалиях навязчивых идей, навязчивых мыслей. Вот. И это ужасно тяжело. Это ужасно измерительно для любого человека. И для вас в том числе. Поэтому в ваших силах начать ситуацию менять. Но только если вы сами этого хотите. Только если вы сами хотите начать жить свободно. Без, например, так сказать, призрака, да, мужа. Ну, давайте вот. Такой. Используем термин. Потому я, собственно, и сказал вам о том, что достаточно серьезного психологического травма для вас в том, что вы после 22 лет брака развелись. Вы, вероятно, привыкли к браку. Вся ваша жизнь была подстроена под брак. А сейчас все закончилось. И понятно, что вам очень тяжело. Ну, делать с этим, тем не менее, что-то нужно. Поэтому давайте перестанем постепенно цепляться за прошлое и будем стараться двигаться вперед. Только впереди есть, собственно говоря, жизнь. Только впереди есть, собственно говоря, то, что вот может быть, то, что может сделать вас счастливы. Вот. Даже если сейчас вам так не кажется. Вот. Ну, совершенно понятно, что у этой ситуации есть свои
основания, да, то есть ваш брак. Вот. Почему ты распался? Вот, какие-то ваши действия привели к, ну, к распаду брака. Вот. И, соответственно, все эти моменты необходимо преследовать, чтобы вы увидели в том числе и свою ответственность в том, что произошло. Вот это не всегда, к сожалению, приятно, не всегда это приятный процесс, не всегда это процесс легкий, но вам, наверное, нужно его пройти. Вот. Приходите его лучше, гораздо лучше со специалистом. Потому что специалист позволит вам это сделать максимально безболезненно для себя. Вот. На этом все. В принципе, я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если он понравился вам, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!